Уже совсем скоро состоится этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в Демино. С 23 по 25 января 2015 года вас ждут зрелищные трехдневные соревнования. Индивидуальная гонка, спринт и скиатлон. Призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира в очередной раз приедут в гостеприимный Рыбинск. В Демино идут активные последние приготовления, заканчивается подготовка трасс. Напомню, в июле 14-го Центр лыжного спорта принял инспекционную комиссию ФИС, которая дала высокую оценку и выразила уверенность, что этап в России пройдет на высочайшем уровне. Центр лыжного спорта Демина готов к проведению трассы, что этап Кубка состоится у нас в городе Рыбинске. И, в принципе, администрация города, администрация области, и Центр лыжного спорта, и наша спортивная школа, вот такой вот здесь вот союз, да, организаторов, готовы к проведению, и все будет сделано для того, чтобы соревнования прошли успешно, без каких-то либо замечаний. Добраться до Демина можно будет как на личном авто, так и на специально организованных автобусных маршрутах. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке со стороны железнодорожного вокзала. При движении в Демино автобусы остановятся на Соборной площади. Посадка пассажиров производится со стороны Волжской набережной. В Демино автобусы прибывают и отправляются с верхней автостоянки.